Слушай, Баян, что-то мне тоже захотелось подать документы. Оказывается, это не то, что реально, и даже не очень сложно поступить в университет за границей. Да, действительно. И радует, что в современном мире есть множество возможностей. А у нас радостные новости из мира спорта. Угу. В эти дни в Турции проходил этап Кубка мира по спортивной гимнастике. И наш соотечественник Данил Мусабаев показал лучший результат, став лидером в мировом рейтинге гимнастов. Поздравляем Данила. Он стал первым по индивидуальным прыжкам на батуте. Бахтияр, знаешь, ты сейчас сможешь передать привет и свои поздравления сможешь озвучить лично, потому что Данил сегодня с нами в прямой связи. Ух ты! Доброе утро, Данил! Здравствуйте, Данил. Здравствуйте. Доброе утро. Мы вас поздравляем с блестящим результатом в Турции. Вчера вечером ваше имя появилось во всех новостных порталах Казахстана. Как ощущения, Данил? Ну, честно говоря, очень рад узнать о такой победе. Буквально недавно тоже знал об этом и был очень восторг. А мы-то как за вас рады, Данил. Мы вами гордимся. Где вы сейчас находитесь? Сейчас, в данный момент, нахожусь в городе Алматы. Ходят сборы перед Кубком Казахстана. Прекрасно. Кубок Казахстана. Как готовитесь, да? Как подготовка? Да. Два числа начинается соревнование у нас уже. Замечательно. Данил, расскажите, как давно вы занимаетесь гимнастикой? С 4 лет занимаюсь. Ух ты, как классно. Да, приличный срок. Да. Данил, еще один вопрос. Этап Кубка мирового вызова служит путевкой на Олимпийские игры, как мы знаем, да? Будут еще какие-то этапы? Или вы уже попали на Олимпиаду в Париже, которая в 2024 году будет? Следующий год это будут отборочные этапы на Олимпийские игры. Будут 4 этапа, также по сумме очков. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо большое. Будем держать кулачки. Спасибо, да. Данил, а какие дальнейшие планы у вас? Вот, нам нужно следующий год отвыступаться, отобраться на игры и поехать на Олимпиаду. Мы вам желаем удачи в вашей подготовке и мы надеемся, что вы обязательно попадете на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Спасибо большое вам. Да, удачи вам. Еще раз поздравляем вас, Данил. Весь Казахстан будет болеть за вас. И сейчас вы имеете возможность передать привет или что-то сказать нашим зрителям. Я бы хотел передать огромную благодарность тем, кто поддерживает, кто болеет за меня. Вам. Спасибо. Чтобы нас знал весь мир. И передать всем привет от меня. Спасибо большое. Прекрасно. Спасибо, Данил. Мы желаем вам удачи и надеемся на вас. Спасибо большое вам. Держим кулачки, еще раз говорю. Данил, спасибо. Всего вам доброго. Уважаемые зрители, мы надеемся, вы тоже будете болеть за Данила. Вообще наши спортсмены молодцы. Да. Они всегда нас радуют. Молодцы. А у нас наша любимая реклама, а потом мы продолжим.